О метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – компания FlyNow. 21 ноября, по данным Гесметео, в Северодвинске ночью ожидается 1 градус тепла. Днем столбик термометра покажет отметку 0 градусов. Пасмурно, местами небольшой снег. Ветер западных направлений умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление будет медленно расти и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. По словам астрологов, в этот день достичь взаимопонимания удается даже тем, кто раньше не находил общего языка. Недавние враги могут стать союзниками. Удачным он будет и для руководителей. Они найдут способ реализовать профессиональный и творческий потенциал подчиненных. Так что можно выносить на рассмотрение самые смелые предложения. Не упустите предложение нашего спонсора – компании FlyNow. FlyNow – это авиабилеты по выгодным ценам. Обращайтесь по новому адресу Карла Маркса 9, рядом с деловым центром Дельта. Компания FlyNow по-прежнему рядом. Я с вами прощаюсь. Побольше улыбок и отличного дня. До свидания.